Турист, здорово. Здорово, мне очень дорого с тобой разговаривать. Мы под Херсоном стоим, тут каждый день груз 200, груз 300. Я знаю, это я тебе звоню. Слушай, я, все гнал, как вы там, как вы, все, и спрашивал, и с Малаем разговаривал, Все нормально, все живы? Ну, да, у нас тут всего два экипажа, вот, остальные 80-ки, 12 танчиков наших или 80-ки. Да? Да, Слушай, там Малай, что к вам уезжают они туда, на Херсон? Если Малай сюда едет? Мне так, да, доложили, что якобы вот эти два танка, что остались туда, на Херсон уходят. У нас тут, как только сюда приехали, нас тут неделю пи***ка хотели убить. Каждый день нас не рассказать, короче. Я понял, я все гнал, звоню, что, думаю, турист когда-нибудь позвонит, скажет. Я верил, что вы живы будете. Мы тут каждый день под минометами, квадрик над нами зависает, тут же минометы летят, баки нам расколотыми. Вчера мы на растяжку нарвались, короче. Везет вам, короче, да? Вообще,